Всем привет, мои дорогие друзья! Я очень рада видеться на своем канале. Значит, сразу извини за посторонний шум, потому что я снимаю на балконе, а у нас в парке проводят концерты почти каждый день, через день, особенно на выходных. Вот, я решила сегодня снять для вас влог, потому что мы едем в эпицентр. Вот, в эпицентре, может быть, я вам по возможности поснимаю, потому что вообще-то мне разрешают снимать, но если получится, я вам, конечно же, поснимаю. Сейчас 6 часов вечера, я сходила в Zoostyle, купила Буси Фиесту. Стоил он 21 гривну. Дальше купила вот такие вот лакомства. 10 гривен. Тарталетки. Вот. Там заустили новый завоз. В общем, много лакомств появилось для кроликов. И я очень этому рада, потому что не надо далеко ездить в Порт-Сити, чтобы купить лакомства. Тем более, Буся у меня эти тарталетки любит. Вот. Там были еще палочки, но я решила взять вот именно тарталетки. Значит, те сердечки, хочу сказать, хороший отзыв, они Буське понравились, полпачки съели, потом они нам надоели, и мы отдали моей подружке и ее хомячку, вот, в общем. Значит, дропсы до сих пор мы едим, потому что не мини, я где-то ей 3-6 штучек даю, вот, в общем, как получается, могу дать утром 3 штучки, вечером 3 штучки, или наоборот, днем 3 штучки и вечером 3 штучки, вот так вот. Вот, значит, еще купила я Супер Кэт. Наполнитель, вот, стоил он 30 гривен, значит, все вот это вот Фиест, наполнитель и вот эти вот тарталетки вышли мне в 61 гривну, это, не считаю, что это, ну, недорого и недешево, в общем, нормальная цена, вот, я очень люблю вот этот Zoostyle магазин, вот, и Пес Барбос люблю, классные магазины, всем советую, вот, на заднем плане у меня Бусинка, вот, ну что ж, хорошего вам просмотра. Оставайтесь со мной. Идем в эпицентр. Нет, я выключаю. Идем домой уже. Были час. Была девичья фамилия, так и осталась еще до сих пор. Да, Андрейка, Наталья. Она такая, так, вот она позади к ней. Иду домой, поснимаю. Так, мои дорогие друзья, я пришла домой, в центре я вам не снимала, потому что там не разрешают. Вот, значит, в принципе, мы такого ничего не покупали, я только купила себе 5 страдочек. Так, сейчас я вам их покажу, значит, смотрите. Первая, это вот такая вот тетрадочка, яркая. Для математики 18 листов. Вот. Вот. Стоил на, по-моему, 5,45 или 4,45, в общем, что такое. Вот, значит, дальше купила вот такую вот чашечку с вишенками, тоже в клеточку. Вот. Тоже 18 листов. Так, дальше купила тоже в клеточку, только 12 листов, вот такую вот собачка. Такой вот хорошенький, масенький такой. Вот, значит, это 12 листов. Вот. Дальше купила вот такую вот в этот, в линию вот такую вот. 24 листа. Вот. Место все равно показать, да? Место. Вот. А вот такую вот. Значит, киви. Киви написано даже. Вот такая прикольная цветочка, на мой взгляд. Вот, дальше взяла, ну как, это ж как же без этого. Такой вот миленький цветочек с кольчиком. Тоже в клеточку, 18 листов. Вот. Такая вот она. Вот. В принципе, все. Вот, еще какие-то покупки были. Сейчас я, если их, в общем, достану с пакета, я вам покажу. Ну, купили еще обычную салфетку, но я вам это не буду показывать. Вот, в принципе, больше нам ничего не надо было. Вот, сейчас смотрю супермодель по-украински. Вот. По новому каналу. Вот. Значит, если вам понравился этот влог, то, пожалуйста, я очень это надеюсь. Ставьте мне пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня своими замечательными комментариями. И всем до новых встреч, всем пока, всех целую.